Мир вам, братья! Хотел бы сделать небольшое объявление. Для всех тех, кто некрещенный, уверовал во Христа и ищет крещение в полное троекратное погружение согласно канонам Церкви, 50-е правило святых апостолов, чтобы это было бесплатно, для тех есть такая возможность. 12 июля в поселке Потеряевка, Алтайский край, руками священника будет проходить крещение. Это будет воскресенье и будет абсолютно бесплатно. Допускаются до крещения верующие люди, которые не были крещены ранее. Если вы не знаете, были ли вы крещены в детстве, и не осталось свидетелей, кто бы мог вам это подтвердить, что вы были правильно крещены, то вы допускаетесь до крещения. Перед этим будет комиссия и беседа с вами. Также, если вы в детстве, ну или во взрослом состоянии, были облиты или окроплены, то вы также допускаетесь до крещения, так как таинство над вами было не совершено. И это подтверждает святитель Лука, воин Ясенецкий. И согласно 50-му правилу святых апостолов, крещением является только троекратное погружение. Ну и, конечно, только если вас не крестили, будучи, что вы были как больной, парализованный, что вас нельзя было погрузить, или то, что не было бы там, вы были бы в пустыне, в плену или там в тюрьме, и не было бы возможности вас погрузить, тогда это крещение, естественно, действительно. Если же вы пришли в храм, священник взял с вас деньги, и вас он просто окропил, то, конечно, это просто был обман, и ничего не было. То есть такие люди допускаются до крещения, так как они не крещены, ничего не было. Курящим запрещено также принимать крещение, и пьющим. Пока вы не бросили этот грех, вы даже не допускаетесь в саму деревню эту. Заранее надо сшить белый халат длиной до пят. Ну и по всем вопросам, вот касательно крещения, те, кто решил, что именно вот этот вариант ему больше всего подходит, и он не нашел там в своем ближайшем городе, в своем такого священника, который его правильно крестит, то вот вы выходите на связь на Игнатия Тихоновича Лапкина по скайпу. Набираете Игнатий 10, я снизу под роликом сброшу, что набрать. Игнатий 10 по-английски. Или набрать Игнатий Лапкин в поиске, и вы найдете там, по фотографии определите. Также, что еще хотел сказать, 10 июня Игнатий Тихонович уезжает в Потеряевку, и уже связи с ним не будет. Поэтому снизу под роликом я оставлю контакты свои и тех лиц, которые имеют тоже к нему доступ, чтобы вы могли как-то на них выйти. Осталось времени мало, поэтому прошу выходить на связь. Все это делается абсолютно бесплатно. Община, в которой проходит крещение, относится к Русской Православной Церкви за границей. То есть это находится в каноническом общении с Московским Патриархатом. Там приезжает митрополит Сергий, служит у них. Там священник официальный, рукоположенный. То есть брат Игнатия Тихоновича. Поэтому все законно. Ну, благослови вас Бог.